какая красота! Елки стоят. Так, выхожу сейчас на главную площадь страны. Магазин Стокман. Вышел сейчас на такую улицу. Здесь трамвайные пути. Уже нахожусь под землей. Пошли наверх. А я пошел на этот этаж, потому что покупаю. Все сейчас в интернете, наверное, есть. Ну вот, старый город все ближе и ближе становится. В терминал заходим, я буду чекиниться там. Вот с той стороны находится ЖД вокзал. Привет всем, друзья. Нахожусь в Хельсинки на ЖД вокзале. И сейчас мы отправляемся в замечательное, увлекательное путешествие в Таллин. Из Хельсинки в Таллин. Сейчас я пойду в терминал Викинг Лайн и Катаяноки терминале называется по-фински. И оттуда я отправляюсь на пароме. Кому интересно, садитесь поудобнее. И мы начинаем это путешествие. Желаю всем приятного просмотра. Сейчас у меня в планах, кстати, пройти по городу Хельсинки, посмотреть, как выглядят, как украшены улицы. Сейчас у нас на часах там где-то 6 часов 30 минут утра, поэтому мы увидим освещенные улицы города Хельсинки. И потом уже мы побываем в Таллине. В Таллине я хочу попасть в старый город, и это будет тоже очень интересно. Старый город мы посмотрим и в Таллине тоже. Сейчас я нахожусь под землей. Здесь есть выход, заход в метро. Там вот эскалаторы находятся. Какие-то магазинчики здесь, типа такого небольшого торгового центра. Ну, сейчас ничего не работает. Раннее утро еще. Вот здесь К-маркет магазин есть. Он закрыт. Ладно, будем идти уже в город. Сегодня я проснулся рано утром, чтобы вовремя приехать в Хельсинки. Дождался свой поезд вовремя, спокойно дошел до станции. А то у меня бывает такое, что встаю в последний момент, добираюсь, спешу. Что такое? В последний момент отправляюсь, и поэтому бывает опаздывать начинаю. Надо спешить, бежать. Пойму, где я сейчас нахожусь? А, понял. Здесь где-то вот я прошел под землей и попал на другую сторону. Ну, в принципе, мне сюда и надо было. Вот с той стороны находится ЖД вокзал. Так все это украшено. Украшена улица. Ну, в принципе, как раз куда мне и нужно было вышел. Даже сам не ожидал. Я заранее приехал в Хельсинки, поэтому у меня спокойно есть время. Мне 25 минут идти до порта, и мне этого хватит. У меня даже больше времени сейчас есть, поэтому я смогу показать вам какие-то места города Хельсинки. Сейчас хочу отправиться на главную площадь, там, где собор находится, посмотреть. Там находится, ну, должен находиться рождественский рынок, ну, как бы он, его уже не должно быть. Ну, посмотрим, что там. Я в этом году в Хельсинки еще не был, поэтому самому интересно. О, какая красота! Елки стоят. Смотрите, как это красиво выглядит. Какая красотища! Что-то я не помню, были ли раньше елки предыдущие годы. Правда, я давно уже не снимал Хельсинки на Новый год, как украшен. У меня раньше было, я каждый год старался снимать. Если кому интересно, заходите, смотрите на канал. Ну вот, в этом году у меня сегодня, кстати, 6 января. Вот решил заодно, ну, еду в Таллин, надо снять украшение. Замечательно вообще. Красотища. Сейчас выезжал, когда было минус 10 градусов, по ощущениям минус 15. Короче, я сегодня так легко оделся, у меня одна кофта, и здесь летняя куртка, и все, больше ничего нету здесь. Ну, я думаю, что не замерзну, нормально. И варежки, самое главное, чтобы варежки были, потому что при съемках руки должны быть в тепле. Ну, то есть, когда снимают, потом варежки одел на руки, и замечательно.
Сейчас я вышел на улицу, где трамвай ходит. И здесь рядом находится магазин Stockmann. Вот так вот он выглядит, красиво украшен. Люди стоят, ждут на остановке трамвай. Мне трамвай не нужен, поэтому... Ну, почему он мне не нужен? Потому что я иду и буду показывать вам Хельсинки. На трамвае что-то там посмотришь. А тут можно разглядеть. Для любителей книг. Вот, кстати, я бы мог на этот трамвай поехать. 4-й трамвай идет. Катаёнока терминал. Но у меня есть время, поэтому я не спешу. Я успею еще. Вот любители книг. Я, кстати, книги не покупаю. Все сейчас в интернете, наверное, есть. Кстати, кто любит читать книги, пишите комментарии. А вот трамвай пошел. Сейчас на главную площадь страны. Здесь как бы должны быть домики, как я говорил, эти рынок рождественский, но домики уже убрали, рынка нету, поэтому вот так выглядит это все. Какая красота. Опять этот трамвай, который все не может меня обогнать никак. Вот эта вот площадь замечательная, украшена елкой, и все. Людей нет, потому что сейчас еще рано. Ну вот так вот. Вот, друзья, кто-то поставил велосипед, и его кто-то испоганил. Смотрите, что с задним колесом. Зачем такое люди делают? Трамваи сейчас как-то шустро, довольно активно ходят, я бы сказал. Все время кто-то, какой-то трамвай да проезжает мимо. Вышел сейчас на такую улицу, здесь трамвайные пути, и походу здесь может, как мне кажется, ездить только трамвай. Но я вижу, здесь машины тоже какие-то ездят, поэтому не уверен, что только трамвай, но выглядит так. Ну, вот выхожу здесь. Вот здесь вот площадь находится, здесь ларёчки, и можно, в принципе, здесь какие-то продукты бывает покупать, всякие грибы, ягоды, я помню, продавались. Вот такое место красивое. Ну, Катаёнока терминал в той стороне, и там можно увидеть, паром стоит. Мне туда, не знаю, правда, это мой или не мой, может, это Стокгольм паром, может быть, мой. Посмотрим. Ну, вот так вот выглядит Хельсинки. Раннее утро. Сейчас около 7 часов уже с чем-то. Вот эти все машины, которые идут, они все двигаются в сторону порта. Большинство из них идет в Таллин на пароме. Да, для информации, кто приезжает в Хельсинки, например, в Викинг Лайн терминал, и хочет добраться до ЖД вокзала Хельсинки, то, ну, я не знаю, смотрите сами, но можно добраться пешком в районе 25 минут. Пешком идти, в принципе, маршрутов довольно много, там 2-3 варианта есть, как примерно одинаковое расстояние, и это с учетом того, можно не брать просто такси, можно не ехать на трамвай, а можно добраться пешком. Какой-то... Да, вероятнее всего, это наш паром. Кто-то приехал на загрузку, толпа здесь идет вообще, валит, и это, походу, все с трамвая. Трамвай, который меня опередил, вот он, скорее всего, приехал сейчас. Смотрите, сколько народу. Ужас. Терминал. Заходим, и я буду чекиниться там. Так, выглядит терминал, в принципе.
чекин, билетик у меня. Делал это вот в таком терминале через приложение Viking Line в телефоне. Очень удобно, через QR-код подносишь, и сразу же можно распечатать и билетик получить, и все. Я уже прошел через турникет, предъявил билетик, и сейчас будем подниматься на паром. Здесь надо по эскалатору подниматься. Надо только понять, на какой этаж лучше. Есть два этажа, по-моему, 6-й и 7-й, если не ошибаюсь. Пойдем, на какой попадется. Пошли наверх, а я пошел на этот этаж, потому что, ну, я надеюсь, что меня пустят здесь зайти. Я лучше сверху здесь пройдусь и наверх просто поднимусь по лестнице, чем я буду в толпе стоять. Я прибыл в терминал А сейчас на пароме и буду идти в сторону старого города. Таллин строится понемножку. Смотрите, прямо построили много зданий. Это, скорее всего, квартиры будут, я думаю. Ну, хотя, кто знает, может быть, просто офис какие-то. Там старый город уже рядом. Здесь как такой типа торгового центра. Здание двухэтажное. Там всякие магазинчики, одежду продают, там еду какую-то, кафе какие-то находятся. В основном это всегда было для финских туристов, ну, приезжих из Хельсинки, из Финляндии. Сейчас смотрю, там даже какая-то школа детская, танцевальная, что ли, появилась. Такое вот здание. Вот первый общественный транспорт. Автобус, второй номер. По-моему, на нем можно даже в аэропорт уехать, если я не ошибаюсь. Вот старый город все ближе и ближе становится. Друзья, на этом я буду заканчивать эту первую часть. Хотел узнать ваше мнение по поводу украшенного Хельсинки. Как вам понравился этот город, который украшен сейчас. И в следующем видео мы с вами посмотрим старый город, ну, в Таллине. Так что продолжайте смотреть. В следующей части мы посмотрим Сан-Таллин.